Если они, которые знают меня лично, принимают участие в такого рода делах, то есть они обзывают меня не только по взглядам, но и там, в расовых делах они замечены, что я могу сказать, ребята? Я же не обсуждаю ваш рост, вашу сексуальную ориентацию и так далее. Даже у пропаганды должны быть рамки какие-то, или их нету? Ну, Озаренок доказал, что, видимо, ничего нету. Вообще, как бы абсолютно никаких правил. Итак, начинается пропаганда без правил, как сказала нам кривоглазый тушкан Роза Турарбекова. Позор, позор казахского народа. Ну что, у нас в гостях Андрей Лазуткин. Андрей, ну вы вот готовы у самую брудную, бесправильную, марудную самую пропаганду спуститься, опуститься? Григорий, ну вот женщина зря обижается. То есть ее надо наоборот вперед двигать, чтобы вот такие люди занимали там какие-то позиции. Почему, Григорий, вот белорусские националисты, наши отбитые змагары, они будут за такую женщину идти следом, как вы считаете? За счет ее национальности там и прочего, внешности? Наверное, нет. То есть надо вот этих людей выдвигать вперед, чтобы они, ну, разбивали всю вот эту оппозиционную группировку. Поэтому все будет хорошо. Так, все будет хорошо. Она-то сбежала. А за, за нее Игорь Тур проголосовал на выборах Координационного совета. Как ее двигать вперед, скажите? Надо ее ругать на ваших стримах. То есть ваша ругань повышает ее там социальные котировочки. Поэтому это схема определенная. И люди говорят, мы не смотрим. Ну, у кого какая работа, мне понятно, вообще понравилось. Да. Я не смотрю, и назвала всех пропагандистов, и кто что про нее сказал. Ну, вообще потрясающе. Ну, Григорий, ну, наверное, плюс-минус одно и то же они все говорят, поэтому сложно ошибиться. Вообще тема...